едет такой человечек на машине, у него отказывают тормоза, блин, пробиваем ограждение и мчимся. Напоминаю, не может остановиться. Что же тут происходит? Надо объезжать всякие деревья и не попасть ни во что. Опа, пролетели мимо выше поезда. Куда там ехать? Наверх? А дерево, блин, врезались. Вот такая вот интересная игра. Мы должны набрать очень много метров, проехать, пролететь, в общем, сделать все, что только возможно. Так, загрузочка, что у нас тут? Выбираем. Я в нее тут чуть-чуть уже поиграл. До следующего уровня мне осталось 9400 метров. Берем машинку. А, друзья, вы на канале «Веселые кнопки». Добро пожаловать! Приятного просмотра! Пока у нас идет загрузочка, как всегда, мы едем на машине. Джун-джун-джун! Все, отказали тормоза. И полетели! Это очень сложная игра. Машина очень непослушная. Нажимаешь влево, она там, если чуть-чуть подпрыгнула, она уже не рулит. Так, горочка, монетка. Собираем монетку. У меня 314 монеток. Как это здорово! 315. Вот надо всю игру собирать монетки и как можно дальше проехать. Ну, объезжаем, прыгаем, прыгаем на горочке, летим. Отлично, какой прекрасный полет. Это что? О, яма, мы ее перепрыгиваем. Фу, низкая гравитация. Мы что-то взяли такое интересное с низкой гравитацией. Что это? Как занесло, блин, и врезался. Аж звезды со всех конечности полетели с рук, с ног. И что происходит вообще во враг? Вот это низкая гравитация. Что мы слетели с трассы? 921 метр и плюс 239. Круто, круто. Хорошо, проехали, вот только врезались. И это все из-за этой низкой гравитации. Ну нет, конечно же, это из-за того, что я врезался. Так, сколько осталось метров? 8243. Берем машинку. Так, выберем вот эту. Она такая спортивная, что ли? Сейчас мы посмотрим, как она рулит. Спортивные машины необычно быстрые. И рулят очень плохо. Чем быстрее едешь, конечно же, тяжелее будет рулить. Ух ты, какая она красивая. Какая-то длинная, непривычная такая. Низенькая посадка, голова торчит. Что это такое? Розовенькая. Режим мяча. О, все, мы футболисты. Сейчас будем пинать мяч, наверное. Режим мяча. Так, объезжаем по этим досточкам. Мост, прыгаем, трамплинчик. Так, нет-нет, скорее бы. Вот, объезжаем дерево. Куда? Куда ехать, горочка? Берем монетку. Нет-нет, по стене проехали. Бам! Три дерева. Я бы их не смог объехать. Все, мы, смотрите, в мячике каком-то, в шарике. Летим. Ох, ох, класс, как он далеко летит. Ну, это, конечно, ой, дерево, сбил дерево, оно же исчезло. Все, звездочки полетели, это конец. 820, рекорд? Я же больше только что проезжал, разве нет? Чё-то я сомневаюсь, что это рекорд. Ну, ладно, едем дальше. 7400 метров до нового уровня. Опять берем машиночку, вот эту, наверное, красную возьмем. Она такая интересная, высокая. Вездеход, что ли? Ну, давай, загружайся. Сейчас мы поедем на этом вездеходе. Ну, давай. О, нет. А-а-а, он так смешно кричит. Класс, класс, класс. Над поездом, как всегда, там тепловозом каким-то непонятно. Это что? Режим, низкая гравитация. Бамс, блин, зачитался. Зачитался и полетел. О, ворона! Привет, ворона! Ты видела? Ха-ха, класс! Там сидела ворона. Что она там делала? Вот, одну ворону мы посчитали. Больше ворон считать не надо, чтобы доехать дальше. 7098 метров. Что, возьмем вот эту машину, следующую. Я тут немножко машин уже пооткрывал, чтобы было интереснее покататься на разных машинах, посмотреть. Что же это такое? Разные машины, давай. Где тормоза? О, нет! О, у него там коробки, он на почту, наверное, ездил. Что-то будет отправлять или посылки получил с Китая, наверное. Новые колеса, руль там, чтобы дальше лететь, ехать. Классно, собираем монетки. Так, под мостом часы, песочные часы, замедление. Зачем нам замедление? Нам бы, блин, ускорение какое-нибудь, невидимость, не знаю, крылья самолета. Это что за знаки с двух сторон?
О, мы на трассе! Машины едут на меня! Ай-ай-ай, как объехать! Бамс! Все! Они так ехали, что их никак не объедешь с двух сторон. Блин, а вот на трассу. И с другой стороны ж машины едут в эту сторону. Почему так? Одностороннее движение какое-то. Все, звездочки полетели. 736 метров. Так, давай, тормоза. Где тормоза? Что это за машины такие, на которых не работают тормоза ни на одной машине? Здесь какое-то уже все красненькое, зеленые деревья. Что случилось? Почему мы так в сторону отлетели? Я же вроде никуда не врезался. Ладно, берем монетки. Деревья. Блин, да что это за руление такое? Рулит непонятно. Хоть перелетим овраг этот. А, блин, прям в воду. И машина за нами улетела. Все, за нами поехала. Скучно ей стало. Так, поздравляем. Что там поздравляет? Сейчас посмотрим, сколько нам осталось. 5496 метров. Берем опять машиночку и играем этот красный уровень. Как он там называется? Загрузка. Так, бум! Пробиваем ограждение. 100 раз уже летим с этого места. Монетки. Что тут мало монеток? Игра тяжелая, побольше монеток могли бы дать. О нет, да что такое? Я проехал и без прыжка этого. Блин, на двух колесах и все, и вылетел с машины. А так обрадовался, что проехал это место без трамплина. Ну нетушки, вот тебе, не проехал по трамплину, падай. Эх, жалко. Так, смотрим, сколько 5000 метров. Ну, скоро мы уже откроем зону эту, в общем, местность новую, не знаю. Жу, давай, бяу-бяу, нет тормозов. Оу, ааа. Такой дядька, у него там цепочка такая золотая на шее висит. А тормоза не работают. Так, монетка, ну хорошо, хоть сколько-то в начале игры можно проехать. И оно засчитается, хоть по чуть-чуть так. И все равно двигаемся вперед. Зачем нам замедление здесь? Вот здесь бы уже не помешало по трассе, пока едем. Машина, хоть бы она по этой полосе не ехала, не выезжала никак. А, машина! Быстрее в сторону, фу, все, проехали. Рулим, так, монетка, правильно, в это... О, прыгаем, дерево, нет, блин, как повезло нам. Почти фарой счесал там кожицу, кору с дерева, заносить начинает. Едь, ровно, машина, дерево, объезжаем. Блин, сколько мы проехали, класс, знаки, бам, все. Тут кто так неровно засадил эти деревья? Они выросли вон, по всему, как их объезжать? Вот, куда он вообще ехал по такой дороге? Ограждение, там же поворотов не было, или был? Сейчас посмотрим, сейчас обратим внимание на это, да. Сколько нам осталось до этого? О, что это, патроны какие-то? Хорошо. 3700 метров, отлично. Что выберем? Какую машину выберем? Да тут и выбирать-то нечего, все закрыто. Вот блин, а. Так, загрузочка. Давай. Вот. А, нет, там повороты налево и направо. У него тормоза отказывают. И мы пробиваем ограждение. Все, полетели снова без тормозов. Берем режим мяча, футболисты, так, левее, прыгаем, блин, по крыше тепловоза, видели, паровоза этого, я не знаю, монетка, берем монетку, аккуратненько, блин, заносит, оу, блин, все, полетели, футболисты, вот это развлечение ему, бам, минус, мы в минусе, минус 15, блин, а? Вот мяч не помог нам. Минус 4. Сейчас отнимется, да? Так, ну все. Я открыл этот уровень. Ледяной, теперь мы хоккеисты. А если будет падать, я бы на его месте, знаете, что сделал? Одел коньки и поехал по этому снегу. Так, прыгаем, монетка. Берем монетку. Оп, объезжаем. Машина такая классная. Ой, куда? Тут дерево растет. Куда ехать? Он делал сальто! Ничего себе! Вот это он виртуозно управляет машиной. Берем замедление и медленно падаем.
Летим, едем, все, ускоряемся. Деревья, деревья, куда ехать, левее, правее. Давай, давай, не заносись, нет, объезжаем. Объезжаем препятствия все, сухие деревья. Мы уже с краю совсем, куда тут ехать? Да кто ж, елки, елочки, Новый год скоро, наверное. Скорее бы их отсюда вырубили. Но нет, нельзя, нельзя вырубать, пусть растут. Мы их лучше нарядим, придем. Бэм, все, опять та же самая трасса. А, это та же самая трасса, может, только зимой с елками. Машинка, красная машинка, я тебя вижу, я тебя обижаю. 1500 метров, вот это рекорд. А то там 1100, 800. Это хорошо, играем. Ай, нет, не врезайся, пожалуйста. Сейчас мы поставим рекорды. Да-да-да, класс. Это моя самая гонка. Луч, куда, как обижать? Бамс, вот тебе. Как его надо было перепрыгнуть, друзья? Блин, 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 врезались. Но это мой самый лучший рекорд. Ребятки, с вами канал Веселые Кнопки. Подписывайтесь обязательно. Здесь классные игры. Как вы видите, классная озвучка. Нажимайте на колокольчик. У-ху! Так, сколько? Ой, следующий уровень. 47 тысяч там сколько-то. Это сколько играть надо. Но вы не расстраивайтесь. Мы обязательно откроем этот уровень. Подписывайтесь и стучите, звените в колокольчик. Пока-пока.